Слишком рано сел за руль. В Екатеринбурге юный автолюбитель устроил массовое ДТП, в котором пострадали 3 человека. Авария произошла на улице Проезжей. 19-летний водитель на приоре не справился с управлением и вылетел на полосу встречного движения, где столкнулся с «Фольксвагеном», а затем еще и с «Хондой». В результате травмы получили водители обеих иномарок и 11-летний пассажир «Фольксвагена». Все доставлены в больницу.